Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Жук, и у меня уже третья часть прохождения GTA San Andreas. Да, очистка района. Эй, давай-ка. А, помним еще. Так. Это что? Сама вина. Ведь еще что-то так задолго. Так, ага. Ой, блин, не туда поехал, чё? А, наркоторговцев убивать надо будет. Потом уже в конце. Так. Так, ага. Пошли-ка. До смерти. Где я его могу застрелить? Ну хотя я его вот так лучше. Так он бежит там за мной. Мускулатура мне увеличилась. Ага. Так, как ты его забьешь? Hey, Biden, working, так, все. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard. Ах ты. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Поехали hey, вместе. Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Нет, нифига, брат. О, Билл. Hey, grab hold of that bat over there. Не, мне лучше дубинка нравится. Чем бита. Быстрее, садись. Это чё ментов... Я не понял даже, что в ментовскую тачку сел. Блин, а откуда у меня вообще... А, несёт, да, наркотой, да. Так, пошли, идём. Наркопритон, ну. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. На. Выбежал самый главный такой. Так, ну ты чё, совсем наглый? Я тебя сейчас... Ах ты, ты чё, совсем? На. 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 Ах ты, на. 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 Ах ты, ты чё, совсем? У меня опять одна звезда открыта. На, получи, получи, на. Там никого нет? Ах ты, на. На. На, всё сдохло. Дай пройти. Это ты тоже. А ты-то чё? Вообще тоже. Тут кто-то ещё должен быть вроде. На. Так, вот, ну ах ты. На. Пустая комната. Ладно. Пошли. О, звезда исчезла как раз. У нас ментовская тачка есть, да? Ой. Ты чё? А, он типа ментовскую тачку не хочет садиться? Oh, man, they gonna be mad at us. А, нет, всё. Так. Чё он меня обзывает, а? Вообще наглый какой. Вау. Прям так затормозили. Увидимся, брат. Он брателло хоть и нас назвал. Ладно, давай без сохранения. Дальше будем проходить. Забегал. А, сейчас будем мочить чувателов. Чувателов? Я сказал чувателов. Блин. Так, ну чё? Сейчас будем убивать этих баласов. Не знаю, баласов, баласов. Вроде баласов. Как я знаю. Так, да ну нафиг эти светофоры, блин. Так, вообще они хотели сначала поесть просто, а потом... Тут эти встали. Так, давай. Я помогу. Маленько. Давай, мочи-ка. Ой, блин, блин, блин. Да чё тут тачки, блин?
получайте. Вообще она должна была давно взорваться. Ну давай же, давай. Я пытаюсь завести порчу. Ты чё, без смоук не стреляешь? Один есть. Я спец. Размазал течет. Ой-ой-ой. Сейчас взорвется и бабахом будет. Давай, стреляй-ка. Ну. Пожрали. И убили балласа. Так. Ой. Там, опа-на. Я сейчас просто задавлю-ка. О, столько маленько денег. Упало с двух человек. Даже оружие не упало. Жирного бит-смолка обозвали. Точнее, жирным. Ха-ха! Иди, женщина подняла руки, так пошла нормально. Вроде мы должны были ее сбить. Так, все, надо бит-смолку сейчас отвезти домой еще, блин. Откуда мы знаем, где он живет? Может, он с кого, конечно. Так, ага. Че? Не-не, ничего. Он тут не держится. Капец, как я вывернула. Так. Спасибо, Карл, что ты снова с нами. Детка. Детка. Так, он так и не слышал. Ещё после смерти вашей матери. Он принесет, что ли, на смолках набить и расслабься, чувак. Ага, расслабься. Так, расслабишься. Так, это вроде вторая миссия была у нас, как бы, да? Ладно, давайте третью, а то вообще очень-очень мало. По одной. Если одна большая миссия, то одна вот одна серия. Две одинаковые тачки. А, ну супер. Ладно, давайте сохранимся. Блин, тап. А? Это райдер, наверное, позвонил. Ну, спортзал отмечен, да? На иконке. Ой-ой-ой, ноги болят мои. Так, ну ладно. Пошлите сохраняться. Вообще, зачем я про ноги сказал? Не знаю. Ладно. Граждите на территории. Давай. Ну. Гентон. Так, давайте пройдем миссию. А, кстати, я вам хотел показать еще. Так, у меня есть ментовский этот. Мотик. Там вроде должны патроны лежать. Да, да. Так, возьмем-ка мы. Ох ты, 50 патронов аж пришло. Ой, упали мы. Так. Будем учиться стрелять. О, Big Smoke, какая-то долбаная тачка. У Свита лучше. Блин, радио долбаное. Чуть стрелять нас будет сейчас. Так. А. Типа мы лидеры, да? Так, ну ладно. Ой, чувак, извини, конечно. Ох, ё! Секунду, подожди-ка. Ну офигеть, с него бабла высыпалось. У меня было 614. Хорошо, что я его сбил. Вот с этого тоже должно много высыпаться. С него вообще ничего. Я думал, по скинам, как бы. Ну, дом можно купить там. Так, ага. Ладно, пропускаем, надо по бутылкам стрелять. Дурак. Так, ага. Так, надо патрон. А, у меня бесконечный пистолет сейчас. Были бы все оружки бесконечные.
Да ладно. Опа-на. Опа-на. И опа. Блин, да чтоб тебя. Ой, сейчас 5 надо будет бутылок разбить, а потом машину взорвать. Это вообще супер. Это свое. Ты тоже хочешь мне яблочко? Я беру эту пушку. Ох, чувак, это сейчас пистолет, это Биг Смоука. Так, ладно. Так, ага, так, так. Он что-то отдышка у него. Так, так. А если я попаду сейчас? Ничего не будет? Я вроде попадаю. Давай, гордись мной, Смоук. С помощью ручного прицеливания пробей. Зомбак. А, типа прицела колес. Не, надо отойти подальше. Это блин, мне прилетело. Конечно, убийца. Изнутри, ой. Послушай. I'm 100% behind you, boys. But remember this, давай. You didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high quality guns, and I've been proud to serve the community for over 30 years. Да ладно, тебе сколько crazy лет тогда? 50 должно быть. Если ты хотя бы с 20 занимаешься этим. Так, ну ладно, я видел пушки, типа, наверное, этих. Ага, чувак, есть. Детка. Так, ой, стой, подожди. Да сейчас, подождите. Закрашу граффити. Вроде бы граффити или граффити. Вроде бы граффити. What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choice. CJ, как переводится полностью, а? Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. Интересно, мне вообще. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who me? Кто я? Не, никогда. Ну конечно, никогда не изменишь. Что-то у меня заедает кнопка одна. Хотя клавиатуру только вот купил. Так, ну чё? Спасибо, CJ, заходи еще. Да ладно, пожалуйста. Слушаю. А? Сейчас. Сейчас куплю себе какую-нибудь одежку. На деньги. На бабки, которые у этого чувака убил. И 600. $9, зараза, получил с него. Фган богатенький ходит такой. Ни у кого столько нет денег, блин. У него. Так, сейчас мы приоденемся и будем заканчивать на этом серию. Да. Так, ага. Ну, блин, давай, подходи. Что мне подзаедает клавиатура? Маленько. Торс. Я, знаете, что хочу сейчас? Где тут? Вот. Классно. Вот, да, вот это мне нравится. Сколько стоит? О, да все, вот. Покупаем, конечно. И сейчас, это, штаны какие-нибудь, ноги. Штаны, джинсы зеленые, вот. Они вроде дорого стоят. Или $80 вроде. 60. Ну вот, мне хватит. Хотя нет, надо еще кроссоли какие-нибудь. Хотя, ну ладно, пофигу. Мне хватит пока. Так. Так, берем тачку. Вот, все, задание выполнено. Сейчас сохранимся и будем заканчивать на этом третью часть прохождения GTA San Andreas. Да.
О, так, закрутил ровненько. Оп. Так, а можно так делать ещё? Вау. Вау, вау, вау. Можно? В начале игры это можно делать? Офигеть. Нанимать на себя людей банды. Забегаловка. Так. Вот один босс очень похож на райдера. Прям вообще. Так, кого свита будем проходить, наверное. А кого, какую проходить, заканчивать, ладно. Давайте, подходите ко мне, я подхожу к вам. Давайте, вот так прям. Вот, стойте, все. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк за Grove Street. Да, да, детка. Всем удачи, всем пока, пока.